Фасилитаторы Ольга Анисимова, Дана Серик, Замира Сагирова, Дана Абикеева, Гаухар Суранчиева, Наталья Левинская и Мируэрт Салыкова провели региональные дискуссии в городе Алматы и в Алматинской области. Они встретились со студентами Алматинского гуманитарно-технического университета, с воспитанниками интерната номер 9 и с учениками общеобразовательных школ города Алматы. Участники отметили следующие проблемы у местной молодежи. Наркомания. И считаем, что ну, кто раз попробовал наркотики, тот, ну, как, тот потом ну, не сможет зависеть. Отсутствие солидарности и нравственности. Невозможность совмещения учебы и работы. Беременность среди несовершеннолетних. Компьютеромания. Эти люди вот слабохарактерные и, постигнув их раз в жизни неудачи, их сразу это отвращает от жизни, и они решают перейти в виртуальный мир. Несовершенство системы образования. Ну, бывают такие моменты, когда я знаю таких людей, которым было настолько обидно, да, что вот из-за того, что они волновались, да, они набрали не то чтобы меньше, но они набрали меньше. Ожидаемого. Они не ожидали, что они знают, что они знают больше, но они набрали меньше, да. И ряд других проблем. Школьники и студенты предложили следующие пути решения некоторых проблем. Трудоустроить молодежь, свободное от учебы время. Привлекать бизнес-структуры к выделению грантов на получение образования. Провести уроки и лекции этики права, а также лекции о вреде наркотиков в школах, вузах и детских домах. Уделить большее внимание духовному воспитанию. Во время, вот, когда дети растут, во время формирования личности, когда они маленькие, с детства нужно им в голову правильные установки задать, чтобы они знали, что им нужно от жизни. Улучшить работу психолога для профилактики вредных привычек и снятия стрессового состояния детей и подростков.